Далее я передаю слово моему коллеге Александру Марусинину. Он расскажет о новостях из мира финансов. Здравствуйте. В начале текущей недели российский фондовый индекс ММВБ прибавил 2,7% и завершил торги среды на уровне 2992 пункта. Мировые фондовые и сырьевые площадки также начали неделю уверенным ростом. На рынке пришли покупатели благодаря появлению первых признаков прогресса в переговорах по поводу принятия нового пакета экономических стимулов в США. В переговорах демократов и республиканцев о новом пакете стимулирующих мер наметилась позитивная динамика. Вашингтон-Пост сообщила, что сенаторы планируют прийти к соглашению уже к концу этой недели. Также рынки позитивно восприняли новости о планах по организации американо-китайских переговоров, что может снизить накал торговой войны между странами. Чиновники обеих сторон планируют провести переговоры на высоком уровне 15 августа для оценки выполнения условий внешнеторгового соглашения. В первых числах августа скорость распространения коронавируса в мире находится ниже максимальных значений июля, что также придает оптимизма настроениям инвесторов. На сегодня это все. В следующих выпусках мы продолжим следить за самыми важными экономическими событиями. Спонсор новостей финансового блока – акционерное общество «Финам». «Финам» – инвестируйте грамотно. Акции, облигации, валюта – пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера «Финам». Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. «Финам». Помогаем зарабатывать.